Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня поиграем немножко в игру, точнее в демо-игру, которая называется «Неудачное состояние». Ну что ж, давайте посмотрим, что нас здесь ожидает перед релизом, так сказать. Лето, 85-й год, по местному времени, где-то на территории Украинской ССР. Надеюсь, здесь есть чем поживиться. Передвижение. Для передвижения используйте клавиши вправо и влево, для перехода между уровнями и комнатами используйте клавиши вверх или вниз. Для взаимодействия с интерактивными объектами кнопочкой Е. Хорошо. Нажмите вверх, чтобы открыть. Ага, кухня у нас здесь. Ух ты, котелок какой-то. Плесень, фу, может в холодильнике найдется нормальная еда? Угу, значит здесь можно лутать. Люблю игры, где можно пошарить. Еда, две штуки. Хм, хорошо. Игра, как вы видите, ребята, сделана в пиксельном варианте. Напоминает мне чем-то Shelter. Тряпки, три штуки. При распределении нужно постоять на переводе в год. Восток, координаты. Должен ее потерять. Хе, карта обновлена. Ух ты, кто-то стучится. Какого черта? Я надеюсь, это не вражина какой-нибудь, а то у меня даже оружия нет. Что это такое? Кто это такой вообще? Добрый вечер. На территории вашего города проводится срочная эвакуация. Пожалуйста, сообщите ваш личный номер и проследуйте за мной. Иди к черту, железяка. Для атаки левая клавиша мышки. Все, что ли? Ненавижу роботов. Две детальки получили мы с него. Так, между этажами вверх-вниз. Каски не зря перекрыли этаж. Не стоит туда идти. Ладно, тогда давай вниз пойдем. Так, тут у нас крысы, смотрю. Ладно, бывает. Так, это что, телефон? Брат, это не выход. Да, Марии больше нет, но жизнь не конченная. Перебирайся к нам, дети будут рады. И отец, только не молчи, прошу. Какое-то сообщение тут оставлено было. Так, а это что такое у нас здесь? Это у нас замок, и нам нужно его вскрыть. Ага, все, я понял, ребята, нужно вот на зелененькую попадать. Черт, мимо. Ага, попал. Мимо опять. Ё-моё, да что такое? Вроде бы так легко и в то же время как-то сложно. Ага. Последний раз, наверное. Ух ты, алкоголь, 10 штук, ничего себе. Вот забухаемся. Плеер? Хоть что-то интересное в этой дыре. Слушайте, нам плеер даже дали. Хм. Ух ты. Мужчина, с вами все в порядке? Так, я не понял, что это сейчас было? Какого лешего произошло, а? Так, телефон где-то. Нажмите Е, чтобы проснуться. Тьфу ты, это что, сон что ли был? Так, успокойся, Роза. Дыши глубже. Это всего лишь сон. Небольшой фрагмент прошлого. Вдох, выдох. Сейчас ты в безопасности, совершенно одна и можешь о себе позаботиться. Это главное, вдох, выдох. У тебя есть планы и ты совсем справишься, ты сильная, вдох. Вроде полегчало, нужно собраться с мыслями и посмотреть, что там у меня с припасами. Верстак. В убежище Роза может создавать различные предметы, которые понадобятся вам для комфортного прохождения игры. Используйте верстак для создания необходимых предметов. Находите или покупайте компоненты для создания предметов. Количество имеющихся у вас компонентов появится в информационном окне верстака снизу. На уровнях вы можете просматривать информацию об оставшихся предметах, используя кнопку переключатель панели F. Нажмите R, чтобы закрыть верстак. Короче, ребята, у нас здесь еще будет присутствовать система крафта. Это очень хорошо. Так, используйте верстак, чтобы изготовить патроны. У нас здесь аптечка, пистолетная обойма и отмычка. Не густо, такими темпами я до зимы не дотяну. А на переезд точно не хватит. Так, ребят, мы еще сделали с вами одну аптечку. А на отмычку хватит? На отмычку, к сожалению, не хватает у меня. Ну, а здесь пока что-то недоступно. Хорошо. Сперва нужно запастись самым необходимым. Если я не ошибаюсь, в центре есть универмаг. Отец меня водил туда в детстве. Надеюсь, там еще не все растащили.
Ага, вот значит как. Значит, будем здесь путешествовать еще по району. Карта. Для поиска проблем и приключений вы можете использовать карту мира игры. Пусть до некоторых локаций Роза знает с детства, но информацию о местоположении новых локаций вы можете находить на уровнях или получать при помощи радио. Радио является создаваемым объектом, его функции станут доступны лишь после того, как Роза сможет собрать его в своем убежище. Будьте внимательны, после посещения локации повторно вернуться в нее вы не сможете, это слишком опасно. Кроме того, некоторые локации могут стать недопустимыми за время вашего путешествия. О, видали как? Вот это здорово. Как-то своеобразненько, если честно. Такого еще не было, да? Чтобы локации там исчезали или я не мог их вообще повторно проходить. Что-то новенькое, короче. Так, карта. Универсам. Лучший из магазинов в городе. Помню, как отец первый раз привел меня туда. Ностальгия. После первой волны из него сделали склад. Я теперь даже не знаю, что там. А мы отправимся туда в путь и сами узнаем, да? Аж прям руки чешутся тут все прошарить, полутать, покрафтить еще. Конечно же, покрафтить. Так, что-то мы как-то долго. Быстро же тут все заросло. Ну, быстро не... Так, а это что? Череп. Странно, город эвакуировали 2 года назад. Гражданских тут явно нет. Надеюсь, что это не лагерь сталкеров. Перезаряжу пистолет, нужно быть аккуратнее. Для смены оружия дальнего и ближнего боя нажмите правую кнопку мыши. Для прицельной стрельбы используйте мышь. При резком смещении в сторону персонаж развернется. Для перезарядки оружия используйте R. Оставшиеся в обойме патроны не сохраняются. Ага, вот так вот. Будем знать. Будем все до последнего патрона тратить. Слушайте, а игра-то по ходу дела русская. Рай-дуга. И навесной замок здесь. Интересно. Ага, опять взламывать надо. Ну давайте пытаться. Мимо, блин. Так, опять мимо. Что ж такое-то? Попал. Попал. Так, бинго. Мы рады вас обслуживать. Твою мать, Мицелы! Кто такие Мицелы, я не понял. Ну, явно какие-то недобрые. Да у меня что, патронов что ли нет? Я же вроде делал. А, перезарядить надо было, точно же, елки-палки, а. Ну! Да отвалите вы от... Да... Так, один готов. Не пойму, то ли это зомби, то ли это бомжи. Ну, однозначно они сейчас получат. Нате в чайник. Дерьмо-демон. Пункт выдачи. Блин, точно, ребята, игра сделана русскими разработчиками. Потому что все по-русски. Молоко. А, вот, ребята, я головой задел эти банки. Поэтому и прибежали эти уроды. Мужики, имейте совесть. Собаке и так жрать нечего. А вы ее корм уже второй раз вместо тушенки используете. Повторяю, корм не брать. Еще раз и пойдете по очереди, мужики, малых внизу драить. Каких еще к чертовой бабушке малых они будут там драить внизу? Интересно, в живых кто-то остался или все грибами поросли? Осмотрюсь. Мясо, птицы. Блин, сразу вспоминается СССР. Ух ты, гад. Куда? Че? Опа, опа, опа. Смотрите-ка. Блин, у меня патроны закончились. Он на меня с каким-то тесаком, гад, нарывается. Получи, свинота. Оу, а это кто? Наверное... Миша, это ты? Кто такой Миша? А там-то кто подглядывает? Что? Кто ты? Как сюда попала? Какая тебе разница? Ты сидишь в луже собственной крови, ни черта не видишь и скоро умрешь. Ага. Но я... Добей меня, я боюсь стать, я не хочу, лучше убей. Как скажешь, сосунок. Без проблем. Так, пистолетная обойма, одна штучка. Слушайте, ну здесь кто-то подглядывал, я же... Так, что тут у нас такое? Металлические части, и мы с вами отправились наверх. Здорово, нас еще кто-то тут оглушил. И я так понимаю, что этот дебил, который там подглядывал. Лето 85-го года, 8 вечера по местному времени, где-то на территории Украинской ССР. Черт, похоже, я отключилась. Как же болит рука.
Он меня ранил. Нужно сделать перевязку. Нажмите Q, чтобы перевязать рану. Ага. Перематываемся, я так понимаю. Все, я теперь в норме. Ну что ж, давайте дальше смотреть, что здесь. Брат, это не... Да, ребят, мы здесь, по-моему, были в прошлый раз. Что-то мы опять... А, это же в первый раз ей снилось. А теперь мы сюда пришли. Это уже явно не сон. Я умерла. Надпись на стене. Эй, это кто такой? Не понял, ребята. Что еще за призраки, теневики? Может быть, это и есть Мицеллы? Где я? Ой! Опачки! Так, ребятушки, нет, патронов пока хватает. Но что это за дебилы, я так и не пойму. Что это за фантомы такие? Так, перезарядились, блин. Что случилось? Так, это вот эти вот вороны и мыши превращаются, ага, я так и понял. Иди отсюда! Слушайте, ну хорошо, хоть они такие легкие. Где я? Ну да, вопрос, конечно, интересный. Слушайте, ну игруля мне, честно говоря, понравилась. Я бы в полную версию и поиграл бы с удовольствием. Очнись! Так, ага, здесь у нас какая-то комнатушка. Полутать-то можно что-нибудь? Так, ну, телефон тот же самый, сообщение. Почему-то во всех квартирах то же самое. Кухня. Дура, ты думаешь, я не знаю о твоей связи с правительством ИНИИ? Это вы виноваты в смерти Марии. Я никуда не... Так, боже, как они воняют, мерзость. Мне нужно на воздух. Да, действительно, тут что-то заплесневело все. Причем уже давным-давно. Так, ага, выходим отсюда. Опять эти призраки, да? Ну, что-то ничего не получается. Ладно, наверх. Я не хочу туда идти, мне страшно. Ну, давай тогда вниз пойдем. Ну, неужели выбрались мы? Партия, наш свет. О, нет, неужели? Угу. Нажмите для выстрела. Здорово, сама себя убила. Версия раннего доступа скоро будет доступна. Ну что, дорогие мои друзья, как-то заинтриговали они меня, если честно. Я буду, наверное, брать все-таки полную версию и поиграем ее. Ну а на этом пока все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока, ребята.